китайское дерево. Смотри, красиво. Давай возьмем бабулю пока. Давай. Веточку. Поставим ее в этот. Стрижем веточку. Да, какая красивая. А, у тебя секатор есть. Стрижем веточку. Бабулю покажем и спросим. А это знаешь, что такое? Это ива. Кудрявая такая. Да. Наверное, она на листочки похожа. Букет решила. Дима, не уходи, там собака. Цапнет тебя сейчас. Я там далеко не уходи. Ва, ты целый букет прям собираешь? 3 штучки. Ага. Собака. Собачка выскочит там. Это ива, да. Какое у них, смотри, дерево красивое. Ага. На срезе тут такое, оно гладенькое, ровненькое. Это как китайское дерево. Красиво. Представляешь, с той стороны как красиво. А тут вон подстригали они немножко. А, значит, не зря ты подстригла. Кудрявая? Кудрявая. Да, подрявляя. Красивое какое. Кудрявое, какое красивое. Плакучие его, скорее всего. Напишите в комментариях. Какая огромная, слушай. Вот я, кстати, люблю плакучие его. Я бы хотела так вот домик на ней давай построить. Красавец. Давай. Давай, корни. Аккуратно, Дим. Она корни, да? Вот я как раз и подумала, я еще про себя подумала, ой, надо 3 штуки сорвать. Тетя. Да, ямочка. А ты мои это, мысли прочла, ты их сорвала 3 штуки. Сиренюшка тут. Вот смотри, какой замок. Ой, а забор какой-то. Замок, смотри, какой там. С болтами. С болтами. Ага. Ну там вообще прям сарай какой-то. Зато ты скажешь, с собой не ключ, а гаечник. Необычный ключ, вернее, а гаечный. Прям сарайчик какой-то совсем, прям аж палочками покрыли. А тут сирень. Старый домик и сирень. Классно. Ба, и калитка одна. Калитка одна и вторая. А зачем две стороны? А этот домик уже... Раньше, наверное, так... Вот там вот такой вот домик маленький, миниатюрный построить. Двухэтажный, да? Чтоб комнаты были отдельные. А там, смотри, это вишня какая вниз упала. Угу. Веточки. Странная какая-то вишня. Совсем. Да, что-то совсем не похоже на другие вишни. Видите, вишня внизу ветки есть. Наверху вон какая. Бывают же такие разнообразные. Тут виноградник. Виноград упустишь, и вот так будет потом. Да, да. Если у нас, смотри, парник, это что, из пластиковых окон? Кто? Очень интересно. Это, наверное, может, работает это в пластиковом? Старые, может быть, окна какие-то. Нет, взяли. Видишь, новые. Наклейка не снята. Ба, вообще. Не надо же. А это... Ты видишь, он не подходит по размеру. Наверху высокий. Не, ну наклейки-то не сняты. Может, он работает на пластиковооконном производстве? Ну, можно и такие вот... по размеру тогда. А это откуда? Нет, ну может быть... Дима, не трогай. Может, вообще в стыль будет какой-нибудь. Не, может быть, там кто-нибудь заказал, не подошло, осталось. Девать некуда. По низкой цене забрал себе. Там внизу вообще песок какой-то. Интересный парник. Зато тепло там. Только потолок неизвестный. Какой? Может, это бассейн? Может, это бассейн какой-нибудь? Что-то там? Нет. Мне кажется, бассейн из окна не делает. Зато тепло там всегда и вода теплая. Елочки. Туи. Вот, надо вот это нам кирпич поставить наверху там, чтобы не ездили с таких булыжников. Угу. Это тут можно было бы так. Там нету забачки. Ага, тогда вы все так чик. Нет, и все. Только мы, что ли, можем.
А это как называется, мама? Растение. Как он называется с этими самолетиками-то? Клен, что ли? Не клен, видишь? Нет, клен листочек. Да. Дима, по травке иди. Давай, спиной давай. Не ходи, а то сейчас шлепнешься. Вот еще один заброшенный участок. Да, здесь да. Домик вон да, еще да. Есть. 72-й. Двухэтажный. Домик. Тут цветочки есть. Заброшенная часть. Так, домик есть. Прикольно. Прикольно. Ой. Это кто там скрипит так? Дерево, наверное. Дерево? Или забор? Что-то дерево-то там не видно. Ой. Скользко. Скользко. Слышишь, как скрипит, да? Забор. Ветер его мотает, мотает, а вот скрипит. Ой, ромашки там. Ну как же можно быть скользко? Походу там трактор. Ух, какой, смотри, как, какой это, колючка, мам. Пошли трактор посмотрим. Колючка, смотри, какая, кошмар. Слушай, там трактор какой-то едет. Там можно, там как бы там пойдем. Ромашечки. Тут, кстати, еще. Какие цветочки? Напишите в комментариях, как называется. Полынь тут. Внутри там много сидел, по-моему. Он, видишь, дом. Где? Стоит. А, как у Сережи, что ли, такой? Ну, нет, другой совсем. Сережа больше. У нас дом какой. Тоже заброшено. Ёлочка, смотри. Ёлка прям настоящая, новогодняя. А, да-да-да, слушай, как новогодняя. Как продают, она выводит. Да-да-да. Кто-то там сейчас, мне кажется, выйдет из-за угла. А береза какая красивая. Надо будет нам с тобой, мам, на поле туда с Димой прогуляться. Далеко. Ну и чё? Спать будет лучше. Там что-то вон что-то. Мне кажется, он куда-то туда уже заехал. Понедельник навоз на должен пригласить. Он посигналил. Ну, поехал на то время. Да я поняла. Дорогу не... Вот можно было вот отсюда раз, туда заезжать. И даже все эта дорога будет нормальная. Туда зарулил, все в обед. Когда сильный грязь. Покрышку кто-то потерял. Тебе надо? Нет, пока мне не надо. Объявление повесили. Бетон. Бетон. Специально сорвал телефон. Ой, что такое? Господи. Я думала, Дима падает. Такой звук. Кошмар. Пошли. Камни тут, вон, видишь, все камнями. Закрыли. А тут вот прям вот всегда ну грязь вот, была в этом месте. Встал, мы сейчас погуляли с тобой. А так все без меня, что ли, гуляли? Конечно. Что, по линиям без меня? Да, Дим, мы же гуляли сегодня. Сегодня мы гуляли, мы еще гуляли.
Майский жук. Ну, а чья же еще? Thank you.